ничем не хуже граждан Швейцарии, Америки или Франции. Почему там от голосования зависит? Почему там люди основные вопросы в жизни своей страны решают на референдум? А у нас референдум вообще не существует. Вообще не существует. И даже когда небольшое количество людей хочет прийти, собраться и просто пообщаться между собой, поговорить, получается какая-то такая смешная история. Когда какие-то заграждения, какая-то милиция. Зачем? Уберите заграждения и просто люди пообщаются и разойдутся. Зачем каждый раз с маниакальным упорством приходить, всех задерживать? Зачем? Проходим, не задерживаем. Уважаемые граждане, не задерживайся, не мешай прохода другим гражданам. Половин, видите, у нас оборотни в погонах здесь стоят. Упыри, опричники, орки. Они за нечисть пришла, нечисть. Главное читать умеют. Да? Как только растяжка появляется, а там по-русски что-то написано про свободу собрать, сразу бегут, сразу хватают. Ты что, мешок ел? Прокади 01. Вы что, забрали двоих? Да, нет, туда, 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 туда.